В поселке Потесово уже третьи сутки нет воды и тепла. Такая ситуация сложилась из-за аварии на местной водозаборной станции. Власти бьют тревогу. Подробности в репортаже далее. А почему, говорите, не топите-то? А воды нету холодной сейчас. Во всем поселке уже сутки нету воды. Парадоксально, но факт. Огонь в топках потесовских котельных не горит именно из-за отсутствия воды. Котлы пусты и наполнить их нечем. Поселок практически со всех сторон, окруженный реками, остался без централизованного водоснабжения. Водовод, через который снабжался населенный пункт, за 40 лет изрядно износился и дал течь. Пока уровень в реке был высоким, это было незаметно. Но в последнее время Енисей сильно обмелел, и насосы водозабора вместо воды стали качать воздух. Ситуация осложнилась тем, что как раз в это время шли ремонтные работы соответствующих инженерных коммуникаций в самом поселке. И жители Потесова в одночасье остались без воды и тепла в своих домах. Проблемы есть, все жалуются. В общем, сегодня массово, с самого утра, со вчерашнего вечера, сегодня с утра, вот у нас сутки нет в поселке воды, 12 часов остановлена котельная. Ну, я считаю, что практически чрезвычайная ситуация для поселка. Сразу же для населения организовали подвоз воды. В котельную уже удалось направить воду из скважин. В скором времени отопление появится в домах сельчан. А вот на ремонт главного водозабора пришлось привлекать специалистов речного пароходства. Вчера обнаружили место порыва. Сегодня, вот сейчас принимаем решение, бригада водолазов, которые работают в Потесово на РЭП флота, с ними вопрос обговорили, цена вопроса там определена. До следующей недели водозабор должен быть полностью восстановлен. И падение уровня Енисея больше не обнажит водные проблемы Потесово. Полина Кольт, Андрей Давыдов, Динар Салимов. Новости.